Мой вопрос вытекает из первого вопроса, который здесь задавали. Он о том, насколько сильно наше стремление. Моя проблема в том, что у меня не хватает дисциплины для многих вещей. Например, я не могу заставить себя регулярно практиковать Шамбхави. Но я думаю, что если бы у меня было сильное желание, если стремиться к чему-то искренне, тогда дисциплина появится. Всегда ли это стремление связано с определенной ситуацией и временем? Или можно что-то сделать, чтобы его усилить? Когда ты в последний раз чувствовал голод? Несколько часов назад? Нет, когда ты испытывал настоящий голод. Потому что большинство людей не позволяет себе по-настоящему проголодаться. Они постоянно что-то перекусывают. Как давно ты чувствовал себя по-настоящему голодным? Ну, такое бывает иногда. Скажи мне, когда это было? Я ем, когда проголодаюсь, но я не помню, когда я чувствовал настоящий голод. То есть это было давно? Потому что настоящий голод — это не тот опыт, который можно забыть. Это очень интенсивное переживание. Если вы поголодаете 3-4 дня, то потом вы даже пальцем лишний раз не шевельнете. Вы будете делать все очень осторожно. Будете говорить только то, что действительно нужно. Вы не будете просто болтать. Вы будете осторожны, потому что теперь энергия ограничена, и вам нужно действовать определенным образом. Не нужно никакой практики. Вы становитесь тихими и спокойными просто потому, что голодны. Таким же образом, если у вас есть к чему-то стремление, оно как голод. Если ваше стремление достаточно сильное, все само встанет на свои места. Не нужно будет специально дисциплинировать себя, не нужно будет искать гуру. Все само встанет на места, если ваше стремление достаточно сильно. Проблема отсутствия у вас такого стремления заключается в том, что вы делаете слишком много перекусов. Люди, которые постоянно что-то жуют, не чувствуют голода. Перекусы означают, что вы пытаетесь удовлетворить свое стремление. Стремление человека состоит в том, чтобы стать безграничным, но вы пытаетесь удовлетворить его шопингом, просмотром спортивных матчей, кино, разговорами, чтением, отвлекаете себя миллионами разных вещей. Проведите несколько дней, ничего не делая. Покрасьте комнату в белый цвет, возьмите удобный стул, но не спите. Держите глаза открытыми и находитесь в состоянии бодрствования и бдительности. Не читайте, не думайте, не создавайте никакой новой философии. Просто сидите. Вначале вы почувствуете, что сходите с ума, но через какое-то время вы на 100% ясно увидите, к чему стремится ваша жизнь. Все станет ясным на 100%, без всяких сомнений. Вот почему мы создаем особое пространство. Например, есть ашрам, так что вы можете приехать и использовать его для своей садханы. Чтобы вы приехали в ашрам и посвятили, по крайней мере, по меньшей мере, неделю или две в году, только этому и ничему больше. Если вы думаете, что эта сущность чего-то стоит, если вы думаете, что эта сущность заслуживает хотя бы какого-то внимания, вы должны уделить ей по крайней мере пару недель в году. 50 недель для мира, но 2 недели только для вас. Только для вас. Не для вашего тела, не для вашего ума, не для вашей семьи, не для развлечений. Только для вас. Вы должны понять, что самое лучшее, самое важное и самое прекрасное, что вы можете предложить людям вокруг, это развить себя как человека. Да или нет? Ни ваши деньги, ни ваше богатство, ни остальная ваша ерунда, ни ваша работа не определяет того, что пребывание с вами становится прекрасным опытом для ваших близких, коллег, друзей и окружающих. Люди должны хотеть быть с вами, потому что это становится для них замечательным опытом. И это лучшее, что вы можете сделать для окружающих вас людей. Это все, чего они ищут, не так ли?
Но проблема в том, что вы ищете того самого замечательного человека где-то еще. «О, я повстречал такого замечательного человека. Какого черта этот замечательный человек не вы?» Потому что вы никогда не обращали внимания вот на это. Вы думаете, то, что происходит вокруг вас, намного важнее, чем это. Нет. Качество вашей жизни главным образом определяется качеством того, чем является это. Каково вот это, таким все и будет. И неважно, будете ли вы в раю или в аду. Опыт и качество вашей жизни определяется тем, каково вот это, а не тем, какая ситуация сложилась вокруг. Вы должны провести некоторое время без перекусов. Тогда вы будете знать, что такое голод. Как только вы достаточно проголодаетесь, тогда вы поймете значимость пищи, не так ли? Иначе вы не поймете ценность пищи. Просто не ешьте сутки. Но потом не набрасывайтесь на еду. Просто посидите, подождите пару минут и посмотрите на еду. Поймите, что она для вас значит. Перед вами на тарелке — жизнь, а не какой-то мусор, не просто какое-то вещество или какой-то предмет. Это жизнь, ваша жизнь лежит на тарелке, не так ли? Если вы посмотрите на еду с точки зрения такого опыта, ваше отношение к еде изменится или нет? Да? Вот и все. Вот и все. Устройте себе такую неделю. Не беспокойтесь, приезжайте к нам, мы все организуем. Если мы устроим все определенным образом, тогда желание узнать, что же это такое, станет самым главным в вашей жизни. Если есть стремление, все остальное выстроится само собой. Рай и ад будут работать на вас. Они начнут работать на вас, если стремление достаточно велико. Никто не сможет вам помешать. Все выстроится для вас как надо. Такова природа Вселенной. Если воспылает вот это, то, что является источником творения, все существование будет за вас, а не против вас.